Телеканал КРТ представляє. На жаль, ти знову була права. Ти передбачила, що пані Венедіктова нічого не буде робити на своїй посаді. І ми зараз спостерігаємо, що ці справи, які дуже гучні справи, які хоч наше суспільство хотіло би побачити, щоб вони якось вирішились, вони не рухаються нікуди. Звідки ти це знала? І, будь ласка, що буде далі? І чому от так? Ну, для начала я скажу, что когда ее назначили, я все-таки выразила ей, скажем так, такую поддержку и надежды на восстановление справедливости и все-таки грамотную кадровую политику. То есть я все-таки считаю, что нужно было, это было правильно и нужно было показать, что юридическое сообщество, и не только в моем лице, многие юристы, адвокаты точно так же выражали свою поддержку, и что есть на кого опереться, да, в будущем при принятии законных решений. То есть ей не нужно будет оглядываться на активистов, каких-то там бродячих артистов. Да? То есть у нее есть поддержка юридического сообщества. Я считаю, что это было очень важно, дать ей такой сигнал. Да? Она этот сигнал получила и что сделала? И сделала ровным счетом ничего. Да, мы понимали, что, конечно, очень велика вероятность получить рябошапку номер два, в принципе, что и произошло. Потому что все ее действия только об этом и говорили. Да, она оглядывалась на активистов, она уважает Стерненко, точно так же Рябошапка. Пана Снепил... Стерненко, я перепрошу. Да, она конечно же, господина, да. То есть она, как Рябошапка, пил с ним чай в кабинете, точно так же Венедиктова с ним вот какие-то вступают диалоги. При этом Стерненко ей мстит за то, что она его не замечает. Она не исполняет решение суда, который... Может, она мало цукру поклала до чаю, и от того он сделал такой перформанс перед будівлею. Ну, перформанс – это еще цветочки. Это цветочки. Сейчас будут ягодки. Значит, суд, Печерский суд, обязал генерального прокурора передать дело по подследственности, да, потому что оно незаконно находилось в СБУ. Рябошапка принял это решение о передаче дела в СБУ незаконно. Да. Да, потому что СБУ не расследует убийство. Это не надо быть 7-5 во лбу. Да? И у нас четко в законе написано, что да, хотя генеральный прокурор определяет, ну, в принципе, прокурор определяет подследственность, но это же должно быть мотивированное решение, а не просто вот давайте там спрячем его, пусть полежит. Да? То есть суд признал, что это было немотивированное решение, что подследственность была нарушена, что это было незаконное решение и обязал генерального прокурора уже Венедиктову передать нас в полицию. И... чего она не сделала. И за что она получила привет от Стерненко. Он посмотрел на это все. Посмотрел, какой у нас слабый генеральный прокурор. Ну, если он такой слабый, ну почему же не воспользоваться этим, правда? И что он сделал? Он зарегистрировал против нее уголовное дело. То есть уже на сегодняшний день по жалобе Стерненко вышел антикоррупционный суд, обязал НАБУ, да, прекрасный наш антикоррупционный орган, расследовать дело против генерального прокурора за, ну, естественно, коррупционное деяние, за то, что она не задекларировала там свои доходы и вот те нашумевшие часы. Ну, у человека часы, там часы, да, да такие годинки непогані. Да, то есть вот, пожалуйста, такой был фидбэк отличный, я считаю. То есть это такая ситуация. Це як на, перепрошую, коли якісь там свята відбуваються, тамада хороший, да, конкурси хороші. Да, і тут один стілець залишився, і треба під музику, хто перший його займе, той перемагає. І пан Стерненко, в принципі, в цьому питанні переміг. Він да. Перший всівся на цей... Ну, утер. Он красиво от утер Генеральну прокуратуру, я считаю, на сьогоднішній день просто утер. От все, просто... Надо было не сидеть, не ждать, не хороводиться, там, не оглядываться, не сказать, как я уважаю активистов, там, не расшаркиваться, а принимать законные решения. Для этого мы ей поддержку и выражали в свое время, хотя у нас были, конечно же, обоснованные опасения, мы понимали все риски, что генеральный прокурор – это сразу такой фигура, все риски, которая… отрошены и риски. Да, 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 фигура, которая сразу же начинает слушать посольство, там, послы звонят и говорят, что этого не трогайте, то есть все звонят, да, мы, ну, это надо… иметь, опять же, таки, силу воли противостоять. Ну, опять вот очередная история, когда не оказалось ни силы воли, да и компетентности, по большому счету, тоже нет, будем говорить честно. И, в принципе, мы тогда уже не будем ждать каких-то таких кроков, на которые мы ждали,
Тепер просто ми вже чекаємо, що знов рябошапка номер 2 піде і з'явиться хтось, якась вже нова людина, яка теж буде підготовлена, мабуть. Я тепер розумію, що вже не важливо, хто поміняється, взагалі не важливо, який буде наступний генеральний прокурор. В принципі, вже навіть не треба об цьому вести річ. Там, да, були посили, що треба Венедіктову в відставку, да, вже не треба Венедіктову в відставку. Тут треба всіх в відставку, от просто всіх. Сразу. Ой-ой-ой, це... Тут треба перезагружати всіх. Редакція, не поділяю ваших думок. Вони абсолютно... Ну, тоді моє личне мнение, привіт, Нацрада. Вот, это... ну, потому что они полностью зависимы. Они зависимы от внешнего давления. Они оглядываются на активистов, на кадров расставленных, опять же, извне, да, те, кто у фонда Сороса на зарплате.